Всем привет! Турецкий сериал «Зимородок» – это история о парне из богатой семьи, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в его жизни. В основу сюжета лягли события из практики психиатра Гюльсарен Будайджиоглу. Первый сезон турецкого сериала «Зимородок», ставший одним из самых популярных проектов в этом году, завершился на трагической ноте. Поклонники в нетерпении ждут продолжения, и дебютный тизер второго сезона наконец-то увидел свет. Премьера тизера долгожданного продолжения турецкого сериала «Зимородок» состоялся. В минутном видео мы видим, как Ферит прибывает в особняк. Его верный друг Абидин открывает дверь джипа. Парня встречают родители Асуман и Ифакат. Дальше он оказывается в комнате, где готовится к встрече с любимой. Брутальный парфюм, изысканный костюм жениха. В то же время и Афра Сарачуглу в образе Сейран в предвкушении. Ее героине помогают надеть свадебное платье и эффектно украшают фату. Счастливчик в исполнении Мерта Рамазана Демира уверенной поступью направляется навстречу единственной. И вот они в парадной зале сближаются, не имея сил оторвать взгляд друг от друга. Поклонники по-разному трактуют содержимое и посыл дебютного ролика. По мнению многих зрителей сериала «Зимородок», тизер не случайно снят, словно в дымке. Есть вероятность, что сцена приготовления к свадьбе привиделась Фериту сразу же после выстрела, когда он потерял сознание. Либо это сон уже в больничной палате, где, скорее всего, окажется главный герой в самом начале второго сезона. Или же такое причудится Фериту вовсе на операционном столе в секунды, когда его сердце остановится. А потом врачи, уже не надеясь на лучший исход, в последний момент вернут бездыханное тело парня к жизни. Также есть предположение, что церемония бракосочетания главных влюбленных «Зимородка» в тизере продуманный ход сценаристов, призванный создать контраст между ожиданием фанатов сериала и той реальностью, которую приготовили авторы проекта, чтобы взять еще больше эмоций у публики. Ведь с одной стороны счастливая развязка неизбежна, а с другой, когда она еще будет. Ну и также присутствует еще версия, хоть и не особо популярная. Создатели сериала не откажутся от своих привычек и вновь поженят центральных персонажей на старте сезона. К тому же, теперь такой исход будет желаемым решением обоих, и Сейран, и Ферита. Но кто сказал, что после свадьбы наступит мир в семье Корханов? Если вам понравилось видео такого формата, пишите комментарии, нам важно ваше мнение. Также подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.